И к другим темам. Благотворительный вечер, посвященный Дню защиты детей в Турции, прошел в Петропавловске. Организовали его в областном центре представители общественного объединения «Турецкая культура». Пригласили на праздник воспитанников детских домов-интернатов. Ребята состязались в национальных играх, принимали участие в конкурсах и танцах разных народов. Традиционно в Турции в этот день детей угощают сладостями и дарят подарки. В Петропавловске праздник проводят уже в 9-й раз. Казахстан наш второй дом, конечно. Даже не второй дом, уже наш дом, я почитаю. Потому что мы казахский, турецкий тоже нашим старые отношения, старые братства, которые большой корни есть. Поэтому мы не читаем, мы здесь чужие, которые мы тоже казахстанские люди.